Великолепный. Бугароман. Поборолись за ничью, добились ничьи, хотели победы. Удалось сегодня получить удовольствие? Удалось больше нервов получить, чем удовольствие, но, честно, откровенно говоря, результат порадовал. Конечно, победы хочется, но с тем сбором, который у нас был, и с их составом, у них там людей было, как на большое поле состав, результат, в принципе, нормальный, результатом доволен. Игру, по поводу игры говорить не буду, потому что тяжело, жара, понятно, не все удается, где-то в эпизоде, где-то в обыгрышах, где-то на завершении что-то не дается. Но в целом, в принципе, как ты думаешь, именно сегодня вы упустили победу? Или это скорее команда Йети упустила свою победу? Я думаю, Йети упустила свою победу, потому что, как показали две игры прошлых, мы на втором тайме подседаем. Нам не хватает сил. Это нам надо было использовать, они не использовали. Просто. А мы, на удивление, более-менее в обороне сыграли и реализовали свои моменты, как им. Благодарю за интервью. Спасибо. 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 Только громко. Блин, Александр, сегодня хороший сбор. В принципе, матч был с первых секунд большим, таким, с хорошим темпом, как для вашей лиги. И у меня сложилось впечатление, что триумф просяли в втором тайме. Но как-то не удалось нащупать вот эту их просадку. Как думаешь, почему? Может быть, у вас было много сумбура? Много сумбура, да. Это было видно по первому тайму, да, когда триумф нас переигрывал. Первый тайм, не то, что вчастую, но... у них больше было моментов в первом тайме за счет того, что у нас как-то это, наши действия были не сыграны. То есть новые игроки входят в команду, и очень тяжело еще наладить совместные движения какие-то. Вот во втором тайме это более-менее получилось, когда мы начали прижимать соперника уже на его половине, и они начали ошибаться. Тогда вот второй тайм мы выиграли, а первый чисто проиграли. Ну, собственно говоря, особенно по счету. Вот, да, понятно, что нет, что, почему. Мы чувствовали, что триумф немножко подсел. Ребята, понятное дело, у них там одна замена была, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Вот, но они очень достойно сыграли с таким количеством людей. У нас было в два раза больше. Поэтому ничья, закономерный результат. Так что хотелось бы победы, да. Ну, а есть позитивные ноты вот сегодняшнего матча? Как ты чувствуешь, что команда прибавляет? Или пока нет? Во втором тайме вот почувствовал, мы как-то начали синхронно выходить, прижимать соперника, и это дало свои плоды. Вот это был яркий показатель. Был, наверное, вот может быть это какой-то переломный момент в нашей футбольной жизни. Какой-то. Надеюсь, он будет продолжаться. Этот позитивный момент. Благодарю за интервью. Спасибо вам.